Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ludo Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Опа, смотри, кто у нас тут. На, получай. А мы играем в пустыне. Сейчас будем уничтожать танки. Смотри, как хорошо я взял именно золотистую краску. Потому что он сливается в песках. Хорошо таки. Так, сейчас там... А, вот вертолетик сейчас летит. Все. Уничтожили. Еще какой-то, смотри, танк стоит. Готов. Сейчас будем. Еще. А, сейчас вертолетчики будут. Ну, сейчас посмотрим. Ага, нет, никого, маленький только. Опа! На! На! Так, ладно, я еще буду стрелять тогда. Хотел чисто жалом. Ну не получилось, ладно. Так, вертолетчик вот этого. Опа! Ах ты! Не достал я. О, нет, попадание хорошее было. Так, кто же у нас там босс? Босс Легион. Угу. Давай, едь сюда. Сейчас я тебя пощелкаю. О! Смотри, вот куда он против меня пошел? Есть. Уничтожили босса. И получили рекорд 98 сбитых танков. Фига себе. Всем привет, друзья. Вы на канале Duda Play. И сегодня мы открываем сундучок. Смотрим, что у нас там выпало. А выпала у нас фигня какая-то. Так, ладно. Отправляемся на Марс. И поедем мы на таком вот большом танке Титании. Давайте мы его улучшим. Все, тысяча была потрачена, но зато у нас максимально мы его улучшили максимально. Ну все, поехали на нашем Титане. Офигеть, ребятушки, сегодня, так сказать, такой день, что мы, исторический, так сказать, день, мы улучшили максимально Титан свой. Ё-моё, на, с одного выстрела мы уничтожаем противников. Офигеть. И стоило мне это 1000 монет. Да, будем теперь монетки зарабатывать. Нифига себе, с одного выстрела, представляешь? Но это стоило того, конечно, чтобы улучшить наш Титан. О, летит, смотри. Летит. Вот, видишь, раз, два. Офигеть. С одного выстрела мы их уничтожаем. Так, стоило, ребята. Это того, чтобы потратить 1000. На тебе, гад. Ух ты, какой ты быстрый, а. А вот, ребятушки, у нас и первый босс. Лазерная пасть. Ну на, получай. О, попадание. Раз, два, три, четыре. Ох, нифига себе. Легко как уничтожили мы танк. Возьмем ремкомплект. Все, теперь у меня 100% здоровья есть. Сбили. А где у нас еще танки? Вот танки. Есть два танка, сразу мы сбили. О, слышу я. Летит. О, попадание. Есть. А, готово. Вот это да. Вот это танк. Максимальный. Ждем. Где-то тут едет. Опа. Ах ты гад. Ах ты гад, вонючка. Иди сюда давай. На тебе. Еще один. Да их тут два танка. Не танка, а как сказать, НЛОшки. Есть. У меня-то еще, видишь, и броня прокачанная. Ладненько, едем. О! Ну вот, танк едет один. Так, готово.
О, слышу, слышу, слышу. Так, этого щелкнули, теперь вот этого. О! Немножко успел меня щелкнуть. Опа! На! Готов. Есть. А ну-ка, тихо, тихо, тихо. Все, уничтожили. Так, здоровье у меня нормальное. О! Целая бригада летит. Успевает меня, конечно. Немножко ранит. Но мы их убили. На, держи. Так, вот летят, летят, летят. Слышу, слышу. Раз. И все, что ли? Больше нет у нас летающих танков. Вот он, на, держи. И ты тоже получай. Никого больше нет, да? О, на. С одного выстрела, представляешь? Так, и кто у нас там? А, кнут. Пирожки от бабушки будут передавать. Ладно. Раз, два. Ух ты, с двух выстрелов уничтожили. Нифига себе. Так, слышу. Летят. Готов. Готов. Никого больше нет. Ладно, заберем ремкомплект. А, нет, вот, слышу я. Есть. Один. Второй. Третий. Так, такие наземные танки. Ух ты, ё-моё. На, получи. А, два удара. Две ракетки все-таки засадил. Тихо, тихо, ждем. Раз, два. Да, ё-моё, мешают мне вот эти вот запчасти их невонючие. Есть. Ух ты, да сколько вас там уже? Ребята, очень много танков. НЛОшек много. А, подбили меня, да? Жалко. То ни одного, то там то целая куча летит. Так, вот этого главное сбить. Есть. Еще одного. Так, ну все, вроде бы там никого больше нету. Поехали. Получится мне 1000 монет сегодня заработать на этом танке или нет? Вау-вау-вау! Ты что творишь, а, гад? Ух ты, танки, вонючки. Да ё-моё, сколько вас там? Есть. Так, наземные танки. Раз, два. Так, быстренько ремкомплект. Ой, надо мне еще ремкомплект, кстати, улучшать. Для феникса, для, господи. Для титана. Раз. Ух ты! Два. И еще один летит, смотри. Готов. Готов. Да ё-моё, мешает вот эти вот штуки. Ну что у нас уже? 547 монет. Так, летят, 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 слышу. Стреляем на поражение. Один, два, третий. Наземный танк еще один. Да ё-моё, на. Отлично, отлично, отлично. Ну что ж. Ого, слышу, слышу. О, наземный. Наземный танк. Готов. Наземный, теперь воздушный. Воздушный танк уничтожен. Ха. Ух ты, сколько вас. Ой-о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 й. Бригада, бригада целая. Так, еще, смотри, воздушные вонючки, а. Ё-моё, смотри, они меня как жарят. Ладно, здесь подождем сейчас. Надо воздушных убить. Да вы что здесь делаете? На! Еще тебе, слушай. Ах ты гад.
Но скоро-скоро будет у нас босс. У меня осталось совсем чуть-чуть вот этих вот. Уничтожу. На! А ты чё, вонючка, а творишь? Так, монетки заберем сразу. О! Тихо-тихо-тихо. Ох ты! На! Второго, держи. Так, я вот этого надо уничтожить. Да ё-моё. Готов. Всё, босс. Босс у нас повелитель. Ох, нифига. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас стрелять начнёт. Ай-яй-яй-яй-яй. Вонючий случай. Босяра. На, готов. У нас было 666 монет. Ух ты, ремкомплектик еще один. Ну что ж, зелененькая полосочка есть у нас, это хорошо. А теперь надо быть аккуратно. Вот, слышу. Слышу, летят. Их будет много. И они будут очень злые. Так, двоих. Двое только было, не знаю почему. А вот, вот. Едет наземный. Один. Так, и вот они. Летающие. Так, два только летающих было, да? Ну, что-то, ребята, несерьезно. Так, наземного уничтожили. Один летающий. Еще один наземный. Ах ты, гад. Подожди. На! Ну что, будет еще один? Летающих нету? О, слышу. Раз. Два. Три. Так, вот этих надо как-то. С пирожками. Есть. Как же он мне это достал уже? Сколько у меня здоровья там? Позабирал. О! На! Ёлки-палки, вас сколько много! Так, надо наземного убить. Он мне мешает только. И воздушных. Ну вот, 800 уже монет. Мы заработали. О, танк, танк. Танки, танки, танки. Есть. Так, вот эти монетки я заберу, ребята. Так, здесь останем. Опа, один. Ну, где вы там все? О, теперь я понимаю, да, атака. Мощная. Тихо, 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 тихо. Да ё-моё, на, держи, получай. Уже здоровья мало у меня. Опа, готов. Готов. Так, вот эти летающие вонючки, все, меня щелкнули.